На стройплощадке школы в Новой Самаре все идет по плану. Рабочие трудятся в две смены. Возводить здание начали в августе прошлого года. Основной каркас уже готов, а завершить работы должны до конца года. Переходим к следующему этапу выполнения работ. Инженерная сеть. Сейчас активно наращиваем темпы по ведению работ по электроснабжению, электроосвещению, водопровод, канализация, отопление. Вот, и готовимся к сезонным работам. Новая трехэтажная школа сможет вместить до 1200 учеников. К строительству этого объекта особое внимание. Как подчеркнул в своем послании губернатор Дмитрий Азаров, в ближайшие годы регион ждет рост количества школьников, и мест должно хватить всем. Президент дал поручение об увеличении числа школ, строящихся в соответствии с национальным проектом образования, дополнительных школ. Министерство образования уже готовит дополнительную заявку на участие в проекте. При этом важно учесть не только нынешнюю потребность, но и фактор демографических волн. Возможность переоборудования школ под детские сады и наоборот. Всего в этом году будут строить сразу три школы в поселке Мехзавод, в селе Тимофеевка Ставропольского района и на Пятой Просеке в Самаре. Также предстоит завершить работы и обеспечить ввод новой общеобразовательной школы в селе Приволжье. Лариса Шлафаст, События.